Конечно, Шон Коннери, по-моему, задал такую планку, которую никто из его последователей не мог превозмочь. Значит, красавчики были а-ля Тимоти Далтон, но какой-то, ну, такой катастрофа. Это уже прям такой немножко гей-шпионаж. Это, кстати, отдельная... Было специальное отделение в ФСБ гей-шпионаж, обучало специальных людей. Тимоти Далтон как раз тоже вот эти специальному себя вести. Вот. Ну, и так, второй у нас ролик, в котором, наверное, второй по значимости Джеймс Бонд, Пирс Броснан. You can still depend on one man. I want you to find Goldeneye. Three. Find who took it. Two. And stop it. One. Name's Bond. Джеймс. Ну, мы только что посмотрели ролик с Пирсом Броснаном, и я поэтому не случайно тебя сейчас сюда завел. Не уверен, что я похож на Пирса Броснана, но я человек, который видел Пирса Броснана и говорил с Пирсом Броснаном. А при чем тут Пирс Броснан? Да, я виделся с ним на одной церемонии, и у меня была древняя мечта. Это была мальчишеская мечта, которая осуществилась. Хотите похвастаться? Не сама встреча с ним была мечтой, это само собой, просто потому что увидеть Супермена, пожать ему руку, и чтобы он уделил тебе несколько секунд твоего внимания шпионского, это уже здорово, но у меня была маленькая фишка, которую я придумал для встречи с ним. А дело все в том, что когда-то давным-давно мы придумали какую-то внутреннюю историю, и мне нужно было представить свою программу, а поскольку это все информация международная, добывается с трудом и так далее, я преподнес ее в широкой аудитории в образе шпиона. И произнес эту фразу, вы смотрите блог, ньюсблог. Мне понравилось. Затейник. Да. Ньюсблог. Однажды я сказал своему американскому приятелю, что если мне попадется в руки хоть один Бонд, я обязательно сделаю так, чтобы он это произнес лично. «Юнде», — сказал американец, и поспорил со мной на кругленькую сумму. Дело не в сумме, а в том, что когда мы встретились, это была Барселона, с Пирсом Броснаном, мы поговорили о том, как ему нравится песня к «Мадонны» к фильму, хорошо ли она фехтует, хорошо ли у него зажила спина после его трюков и прочее. А затем я ему просто сказал, сделай мне ID, только необычную. Скажи просто, you watching blog, news blog. Он сказал это. Я показал это в версии. И рано утром я проснулся от звонка, и мне мой американский приятель в телефон сказал, Мадон, I lost! Он увидел это, я его не предупреждал. Я ждал, когда взорвется эта бомба. Он мне отдал все деньги, ну не все, но те, которые я честно заслужил. И я сделал это. И в подтверждение всего, что я сейчас сказал, у меня есть этот ролик, и даже он висит на моем личном сайте, и всегда это можно увидеть. Броснан говорит в кадр. Блог. Ньюсблог. Именно так, как говорил это Коннери, потому что он понял, чего я хочу. В общем, так. Riding high when I was king, played it hard and fast 'cause I had everything. Walked away wandering then, but easy come and easy go and it would end. I'm begging, begging you. Your loving hands. Dum dum da dum 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 dum. And
fast cause I hit every fence. Walked away, wondering then. But easy come and easy go and it would end. I'm begging, begging you. Won't you give your hand out, baby? I'm begging, begging you. Won't you give your hand out, baby? I need you to understand that I tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only when can I begin to live again? Psst. An empty shell I used to be. The shadow of my life is hanging over me. The broken man that I don't know. But will it still stand, still stabbing with my soul? I'm begging, begging you. Won't you give a hand out, baby? I'm begging, begging you. Won't you give a hand out, baby? I need you to understand that I tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only thing can I begin to live again. Down, 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 bass. Down, 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 down. Put your